И пошли мы, значит, на ночник. И плавала у нас там вот такенная вот замечательная рыбка. Она закапывается в песок, и изо рта у нее типа червячка торчит, и на нее другие клюют. А это у нас Джон Дори, какой-то совсем не пуганный. И плавал он у нас вокруг нас со страшной силой. Вот такой, прям красовался. То одной стороной к объективу повернется, то другой стороной, то носом потыкается. В общем, от всей души. Это причем, что, так сказать, довольно сверху побалтывало. То есть сейчас мы с вами где-то на глубине порядка 16 метров, видите? Движение водички у нас присутствует. Но Джон Дори как-то радостно крутится, вертится. И ему это дело пофигу. Ну и естественно, как говорится, Джон Дори это хорошо, но наши любимые октопусы без них никуда. Вот, это у нас такой замечательный октопус. Камера стоит стабильно на грунте. Вот я ее сейчас поставил. И вот он полез смотреть, что же это за штуковину ему притащили. Надо пощупать. Вот почему называется щупальца. Но щупал он снизу камеры, так сказать, зараза на объектив. Возлагать свои щупальца не захотел. Пощупал. Вроде не опасное, несъедобное. Ну и фиг ты с ним тогда. Значит, интереса не представляет. И обратно в норку. Типа того, что сегодня погода нелетная, болтанка, буду сидеть дома и никуда его не вылезать. Но все-таки что же это такое? Надо пощупать еще. Другим щупальцем. Хотя, в принципе, щупальца у них не дифференцированные. Но только для размножения есть. А так, то есть пощупал одним, пощупал другим. Ну ладно. Буду сидеть дома дальше. Вот такой был замечательный сегодня ночник. Джона Дори с нашей стороны острова. Это очень интересно. Я вот такого верхогляда тоже первый раз увидел. Ну и октопус у нас жирный, как всегда. До новых встреч. Пока-пока.